С 1 июля Центробанк запускает новую систему «Банковский светофор». Сервис «Знай своего клиента» распределит весь бизнес по трем группам риска совершения подозрительных операций – компании с высоким риском, средним и низким. Если компании попадают в красную зону, банки смогут ограничивать им операции. Впрочем, клиенты могут оспорить решение в суде. Еще одно нововведение – с этого месяца банкам запрещено взыскивать повышенную комиссию при закрытии счета. Закрывая счет, по сути, говорят, мы не хотим, чтобы у нас был ваш счет. Мы вам не доверяем, вы плохой клиент. А закрывайте счет в принудительном порядке. И при этом банки практиковали такое, что они брали повышенный процент за то, чтобы клиенту отдать денежные средства, его же денежные средства, которые у него были на счетах. Это очень широко обсуждалось, потому что говорили о грабительских тарифах, там 20-30% сумм, которые удерживали. Ну и в целом составлял такой вопрос, а это вообще законно, незаконно? И эту ситуацию обсудили, и вот появилась норма о том, что теперь, в том случае, если банк закрывает счет клиенту по основаниям сомнительности, процент комиссии за закрытие не должен быть больше, если бы счет закрывался в иных условиях, например, просто при расторжении договора банковского счета. С 1 июля заявление о сохранении прожиточного минимума должника можно подавать не только приставам, но и напрямую в банке. Напомню, что с 1 февраля можно было позаботиться о том, чтобы сумма в размере прожиточного минимума была сохранена в любом случае, независимо от суммы списания. Но дело в том, что на практике довольно часто исполнительный лист предъявляют не приставам, а относят напрямую в банк, если известно, в каком банке у должника есть счет. Вот именно для таких ситуаций, чтобы и в таких ситуациях была гарантия, что сумма будет сохранена, новые изменения и предусмотрено. С начала июля малый бизнес получит специальный налоговый режим, но не везде. Эксперимент планируют провести пока в 4 регионах – Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Но эксперты предполагают, что упрощенный режим налогообложения распространят и на остальные регионы. Налогоплательщики, вот эти малые компании, через подачу соответствующего заявления в налоговый орган могут уплачивать либо 8% своего дохода, либо 20% дохода, уменьшенную величину расходов, но при этом освобождаются от многих административных и иных издержек. За них всю работу по исчислению суммы налога и уплаты собственно в бюджет осуществляют уполномоченные банки, с кем они общаются. Знаете, в какой-то степени это очень похоже на налоговый режим, который применяют самозанятые. С июля сокращается время оформления российского паспорта. Теперь его сделают не за 10 и не за 30 дней, а за 5, вне зависимости от места жительства и причин замены. Норма будет распространяться в том числе и на паспорт с электронным носителем. Упростится регистрация по месту жительства и пребывания. Процедура перейдет в электронный формат. Для прописки необходимо будет один раз прийти в регистрирующий орган, если заявление о регистрации было подано через портал госуслуг, а временную регистрацию можно оформить полностью дистанционно. Упростится поход в поликлинику. Теперь в регистратуре не нужно предъявлять бумажный полис. Достаточно показать паспорт, а ребенку до 14 лет свидетельство о рождении. Предусмотрена выдача электронных полисов. По сути, это QR-код, который получается через сервис госуслуг. Бумажными полисами можно продолжать пользоваться, если есть такое желание. Ну, кроме того, для того, чтобы, в принципе, стать застрахованным лицом, теперь ничего делать не нужно. Ведомства и министерства соответствующую информацию предоставляют фонд медицинского страхования, который осуществляет страхование, вносит сведения в реестр, и вы становитесь автоматически застрахованным лицом. С июля перестает действовать временный порядок автоматического продления инвалидности, который ввели из-за пандемии. Однако теперь россияне смогут выбирать, как проходить комиссию – очно или заочно. Инвалиды, владеющие транспортным средством или их законные представители, смогут подать заявление о компенсации 50% стоимости ОСАГО через госуслуги. С этого месяца вступают в силу и важные изменения в закон о туристской деятельности. Теперь, чтобы быть гидом-переводчиком или экскурсоводом, нужно обязательно быть гражданином России, пройти аттестацию, быть включенным в специальный реестр. В аттестации должны поучаствовать и члены комиссии из других регионов. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События.